Приветствую вас, друзья. Ну что ж, продолжим нашу XCOM эпопею. Как вы заметили, некоторое время серии на канале не было. Ну, во-первых, у меня не было времени. Это связано все с работой, сильно загружен. Ну и плюс к этому я ждал того момента, когда ко мне придет новенькая GTX 10 серии 1050 Ti. G1 Gaming с 4 гигами, и теперь мы попробуем в новую атмосферу, более, так сказать, с глубинным погружением, более быстрая смена событий будет, более все динамично, соответственно, потому что видеокарточка 10 серии, а это уже очень и очень дает большой нам прирост производительности. Что ж, если вы видите картинку, наверное, уже успели заметить, ну, детализацию повышенную и так далее. А в общем, сейчас играем на максимальных, на ультра настройках в XCOM. И я так зашел по кораблю, побегал, проверил. Все работает минимум в 50 FPS. Максимум добегает до 75. То есть стабильно где-то в среднем 60 кадров. Это очень круто. Не смотрел еще, как это будет в битвах, поэтому именно сейчас с вами это и проделаем. У нас же там назревала какая-то полномасштабная бойня нездоровая, поэтому давайте туда продвинемся. И заодно перемещение между отсеками я вам покажу, в чем разница. Те, кто смотрит серии мои и смотрел, вернее, до этой, сразу увидят отличие. Допустим, переходим в инженерный отсек. New orders, Commander. Переходим в исследовательский. Круто, да? I might just hand him over to Advent myself. Research is proceeding as planned, Commander. Just give the word and I'll get started, Commander. Вот так вот это теперь все будет происходить. Просто по мановению ока. Все круто. Ну что ж, ускорим проникновение. 59%. Не хотелось бы рисковать, тем более, что здесь нам нужно спасти ВИПа, да? Так, ускоряем. 106%. Ну что ж, все. Начать операцию. Ну вот так вот экран загрузочки быстренько прогрузился. И мы уже буквально на задании ждем распоряжения от штаба. Плохо, что, конечно, в Лонгвар 2 не добавили сюда Брэдфорда, допустим, с какой-нибудь речью напутственной. Отсутствует сразу атмосфера, все как-то выглядит пусто. И если бы, допустим, я ничего не комментировал, мы бы сидели в полнейшей тишине. И, кстати сказать, не буду выключать... Вернее, не выключать, а обрезать на монтаже загрузки ни до миссии, ни после нее, дабы посмотреть просто, насколько уменьшится время, и чтобы вы это тоже увидели. Насколько уменьшится время простое предзагрузки. Постзагрузки, предзагрузки. Ну что ж, погнали. Да. И у меня такое ощущение, что даже картинка стала как-то поярче, палитра другая, что ли. Интересно. Ну и нам, соответственно, ни черта не сказали, что, где, как. Ладно. Пойдем выдвигаться. Вроде все в скрытности, да? Двигаюсь к указанным координатам. Опа. И сразу нас спалили, что ли? Или нет? Нет, смотри-ка. Good to go. Ну, раз не спалили, значит, просто-напросто передвигаемся всеми подряд. Tempo.
За дело! Оли. Ну вот, как началось. Раз всем места и хватило, да? Отлично. Так. И смотрите-ка, у меня опять отрубился мод. Мод отрубился. Возможно, это связано с тем, что я решейт прикрутил. Небольшой текстурок. И, видимо, этот решейт сбросил мод, который нам показывает, у кого какой лут. Ну и плюс, сколько клеток по ходам у кого и так далее и тому подобное. Что ж, ладно. Ладно. Так, начнем стрелять. Ясно, буду на чеку. Сканирую. Готовность номер один. Сканегабит. On Overwatch. Сканирую. Так. Ну, а ты у нас, наверное, вот эту гранатку подкинешь туда. Отлично. Все, дезориентация и понеслась. Снял его. А вот этот и лут. Вышел из игры. Ну ладно. Без обозначения лута даже будет интереснее. Живее игра будет получаться в том плане, что мы не будем знать, где у кого что. И будем пытаться всех подрастреливать, а не гранатами. Кидаться направо и налево. Промах. О! Попали. Еще лут. Отлично. Ну, вот это ты вот зря сделал. Еще бы. Еще бы мы были не в порядке. Так, что ж, дострел. Ага, не тут-то было, да? Ну, ок. Вот дерьмо. Ну, случается оно. Боеприпасов маловато. Ну, ладно, начинайте тут тоже мне. Боеприпасов вам подавай. Ясно. Серьезно? И ты еще не сдох? Живучий тварь, а? Опа! И сразу третья кучка лута. Как нам сказочно везет, смотрите-ка. Давайте кем-нибудь пробежимся. Сейчас разберемся. Так, планшет Адвента, отлично, разведданный. Двигаемся дальше. Я пошла. так, тут у нас перезаряжаться не надо, поэтому садимся пока на боеготовность. Так. Я готов. Мониторю сектор. У нас 12 ходов. Проникните в тюремные камеры, спасите там кого-то. Кого-то там спасите, я не знаю, да? Окей. Сделаю. Да ты уж, пожалуйста, постарайся сделать так. Железная кожа по БМ. Что-то новенькое, да? Вас поняла. Внимательность, отлично. Отлично. Поехали! Да, заводи мотор. Поехали. Слушаюсь. Каин проблем, босс. Да никаких проблем, абсолютно. Иду. Так, куда еще кого пристроить? Whatever you say. Выдвигаюсь. Так, ты тут перезаряжайся, у тебя один патроншик. За дело. Патроншик один.
патронтаж остался. Так, все остальные вроде бы нормуль, да? В пути! Ага, отлично. Пойдемте сюда. Так, ну сейчас они нас будут стараться обойти, это как пить дать, да? Вас понял. Moving Overwatch. Ну, началось. Так, встал Overwatch, это нормально. Второй промахивается. Отлично. Дальше идем. Отлично. Ох, повезло. Да, я согласен с тобой полностью. Это так. Das ist nicht gut. Да, вот это не очень, да. Тут я тоже соглашусь. Оу. Защиту сбил, да? Скотинка подлая. Нет, не может быть. Нет, нет, нет. Это что за упадническое настроение? Солдат, я не понял. Я не понял, солдат, что происходит? Так. Бросаю гранату! Держи, братва. Так, идем дальше. Seems doable. Отлично. Так, а что у нас с гранатой? Блин, вот тут машина, фиг знает, взорвется, не взорвется от одной гранаты, да? Наверное, нет. Наверное, нет. Но хотя бы боеготовность сейчас снимем. Отлично. Так, кто у нас там еще плюхнулся на боеготовность? Вроде больше никого, да? Вроде никого, это отлично. Так, идем сюда. Уже выдвигаюсь. Пока, погодь. Блин, и встать-то некуда, да? На 11 ходов меж тем. И это не очень хорошо. Надо что-то делать. Двигаюсь на позицию. Бросаю гранату. Так, так. No problem, boss. Я обо всем позабочусь. Все вроде как сходили, да? Ого, вот это был кинематографичный. Ура! Полет и падение. Отличненько. Так, ну что ж. Один минус, а значит мы в плюсе. 20, да?
Так, боеготовность. Mir entgeht nichts. Ну и ждем с моря погоды, да? Боеготовность, ага. Мазила, я что, зря в тебя гранату кидал? Было бы удивительно, если бы ты сразу взял и попал. Хотя такое возможно. Это не исключено. Ой-ой-ой-ой-ой. Попали! Вытащите нас отсюда! Эй, какая паника? Какая паника? Ты чё? Ты с ума сошла? Нельзя так делать. Блин, вот я сплоховал. Почему-то решил, что он меня не заметит с боеготовности. Я в пути. Лови! Так, че молчишь? Поймал, нет? Ну, отлично. No problem, boss. Лечу туда. Так, и нам нужно кого-нибудь, кто бы тылы наши прикрыл, да? Вот он сейчас выбежит оттуда. Давай-ка сюда. Так, а здесь мы что делаем? У нас 10 ходов. И что тут, 2 випа целых? Нифига себе. Фига себе, нифига себе. Выдвигаюсь. Так, 22% не айс. Боеготовность. Следующий. Также 22. Ну-ка, погодь. Ждем. Какой-то интересный адвентовец. Нет, чтобы обойти вон ту, он убить девчонку, которая в отключке. Или он, возможно, ее не видит из-за того, что она в глухой обороне. Это тоже возможно. Выполняю. Что значит царапина? Патронов все меньше. Так, ну ок. Да вы серьезно, ребята? Вы издеваетесь надо мной, что ли? Боеприпасы на исходе. Какого происходит-то, а? Я же не могу туда гранату кинуть, вы же понимаете. Вас понял. А ты его еще... А, нет, видишь. 22%. Ну, серьезно. О, капец какой-то. Бен, давай. Rolling out. Whatever you say. Catch. Ну отлично, хоть грузовик не задел. Так бы мог своих слить. Выполняю. Координаты принял. Menace 1-5, be advised, hostile interceptors are inbound on your current position. Firebrand has a limited window to provide extraction.
Бреттард, вот ты как обычно, да, начинаешь вот это вот. Перехватчик выдвинулся. Выдвинулся, задвинулся, но какая разница? Иду. Кричит. Что это значит? Что Йентл значит? Уже иду. Вас понял. Так, окей. С этой стороны. Принято. Посмотрим. Натюрлих. Нет, пока что. В одежде. Натюрлих будет потом. Так. Серьезно? Тишина? Блин, я боюсь туда забегать. А вообще, по идее, как бы надо туда забегать, потому что ходов-то мало. Ходов-то мало идти колотить. Так. За дело. Скэнни бит. Так, ты давай-ка тоже наверх. Куда-нибудь вот есть, сюда. Выполняю. Ясно. Буду на чеку. Что это было? Вы слышали? Я чуть не оглох от этого звука. Так. I'm going. Working on the door. Так, теперь зайдем с той стороны. Мы не добегаем до этой двери, да? Ой, что я сделал? Зачем я это сделал? Так, тогда нам надо нестись срочно наверх. Куда-нибудь. Так, дойти вот до сюда нужно, да? Вот это мы спалились, да? Дратуйте. Дратуйте. Выхожу. Бегом! Так, так. Бегом! Мимо, понятно. Ну ок. Так, а до того не достаю вот никак, да? Ладушки. Есть, выполняю. Готовность номер один.
Сканирую. Так. Давайте-ка линяйте отсюда, ребята. Ну, тут все ясно. Ай-яй-яй, сейчас фланг будет. У нас потери! Все понятно. Evac! We need emergency evac! Now, damn it! Now! Так, ну пока они там межуются, бегают туда-сюда, у нас есть шанс. Что это было? Под контроль взял, что ли, или что? Мимо. Stehe unter starkem Beschuss. Да ладно, не наводите тут упаднические настроения. Завязывай тут паниковать. Так, так. Что мы тут можем сотворить? 6 ходов, да? Kein Problem, Boss. Köpfe runter! Так, а почему они не упали? Или кто-то один упал? Кто-то один упал, а второй выжил. Это вот нехорошо. Мы так не договаривались, ребята. Слушаюсь. Ты давай-ка это тоже. До свидос. Так, как бы так выстрелить, чтобы эту баррикаду заградительную убрать, чтобы другим неповадно было там вставать. И тебя заодно с ней вместе. Вот так. Бросаю вот гранату. Так, ребятушки. Выдвигаюсь. Я весь внимание. Сейчас випов заберем, а дальше уже будем сами разбираться. Confirmed. We've secured a civilian contact. Чё, одного-то как минимум? Мы двоих спасем. Все отлично. А вот теперь сами валим. Бегом! Go, go, go! Есть, выполняю. Так, сколько у нас там ходов осталось? 3, да? До того, как издохнет боец. Его бы надо утащить, ребятушки. Кто у нас остался? Сектоид и один солдат Адвента, да? Сектоид все не прекращает нападки на нашего без того ошеломленного воина. А, он поднимает кого-то из падших. Ну, тогда пофигу. А вот это уже нехорошо. Давай, приходи в себя, боец. Пора бежать. Пора валить отсюда. Так. Я обо всем позабочусь. Ну вот, я на это и надеюсь. А как так-то ты не дошел до него? Как так-то? Блин. Running.
Ну-ка, подожди, сейчас посмотрим. Здесь вот был боец, да? А, нет, вот здесь. Значит, поехали. Отсюда его надо поднимать, да, получается? Он как бы не с крыши упал, а просто так глюканул. Окей. Ага, невидимку взвалили на плечи и погнали отсюда. Так. Погнали наших городских сторон деревни. 5 ходов, в принципе. Принято. Давай сюда за полный щит пока что. Так, остальные тебя прикроют. Держу сектор. Вы уж держите, ребята, держите. Есть, выполняю. Потому как бойцы отступают. Bestätigt. Буду настороже. Зомбак что, потерял нас, да? Не тут-то было. Мы так просто не сдаемся. Мы всех отсюда вывезем. И раненых, и живых. Это, братцы, Long War 2. Так что тут партизанская война. И мы будем эвакуироваться. Возможно, даже всех не убиваю. Задачу главное выполнить, и все. Остальное посрать. Так. Выполняю. No problem, boss. Ну что, ребятушки? Я пошла. Дадим отпор врагу, да? Если он сюда заявится. Seems doable. Так, 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 куда бы тебя? Окей, давай сюда. Я весь внимание. Come get some. Так, тебя перезаряжать, да, пора? Окей. Вот так. На этом и порешим. Come get some. Начинаю наблюдение. На отличнике. Все, теперь у них подсвета нету, пусть нас догоняет. Ха-ха, ублюдок. Скопытился? Конечно, это хорошо. Да все, Брэдфорд, не ссы. Все хорошо. Мы уже рядом, мы уже близко, мы уже почти. Сейчас сектоида подождем. Сейчас разберемся. Das kann ich machen. I can handle that. Got it covered. Мониторю сектор. Так, а мы в зоне эвакуации находимся. Он просит нас эвакуироваться, но эвакуироваться мы не будем, ребятушки, пока еще. Используем ходы во благо, да? Держу сектор. Все. Опа. Добрый вечер. А вот теперь мы будем эвакуироваться. А, цель не поражена. What's the size? Куда вы стреляете, ребята? Чуть-чуть буквально не достреляли сектоида. А там он и второй на подходе, на которого открывалась эта вся охота, да? Ну ладно, ладно, ничего страшного. Whatever you say. Я в пути. Kein problem, boss. No problem, boss. Так, все собрались в кучку дружно, да? А, тебе нужна перезарядка, да? Тогда ты эвакуируешься. А, хотя подожди. Вот теперь эвакуируешься. Мы еще с собой заберем кого-нибудь. А, тебе тоже перезарядка, да? Окей.
тогда эвакуация. Так, следующий. Понятно. Мимо. Бывает. Боеприпасов уходим. Маловато. Да, они тебе уже не понадобятся. Маловато, не маловато. Так, у тебя тоже нету, да? Ну, давай напоследок, скажи там пару ласковых. Просто так, на шару. Я знаю, что это ничего нам не принесет, но просто, так сказать, сказать свое веское последнее слово на прощание. Типа, на, держи гранату. Пусть светошумовую, ну, ослепни, падла, наконец. Так. Давай-ка. Отлично. Одного с собой забрали. Уже хорошо. Так. Граната. Хе-хе. И второго с собой забрали. Вообще замечательно. Вот теперь домой. И, кстати, посмотрим, сколько будет проходить загрузка после операционной. Ну, 14-17, в принципе, неплохо. Можно было бы их подождать, но два хода. Ну, такая стандартная отмазка, да? Да. По-моему, неплохо. Неплохо слетали. Ну что ж, даже смотрите, новый рекорд поставили. И отличились. У нас два или три повышения. Что-то я забился со счету, скажем так, да? Упустил из виду этот нюансик. Ну и что? Сейчас посмотрим как раз, что по поводу загрузки. Можете там, не знаю, загибать пальцы, считать баранов. О, уже все. Офигеть. If every mission goes this smoothly, it's only a matter of time before we regain control of the planet. Да мы круты, мы все на повышениях. Дебют, отлично. Так, специалиста приобретаем, отлично. Так, ниндзя, отлично. Снайпер еще, отлично. Пулеметчик, кайф. Еще один снайпер, супер. Так, 33 дня, это кто у нас? Гранатометчик. Рядовой катана. Так. Рейнджер, отлично. Вот и два наших випа. А кто это такие вообще? Про них что-нибудь пишется? Ничего не пишется. Ну и ладно. Так. Так. Our research is progressing as expected, Commander. Что у нас там исследуется? Препарирование трупа солдата Адвента. Ну, окей. Надо будет потом средства связи изучать. Хотя расшифровка планшета тоже неплохо. I must admit, having successfully completed the operation necessary to Да-да-да. The Commander's implant, I am intrigued by the possibility of examining another subject for comparative analysis. Отлично, Тайген. The officer in question will likely have expired long before arrival here. I may rely on a faster, more invasive approach to removing the chip this time around. Ну и давайте сейчас напоследок посмотрим. Я думаю, шибко большую серию делать не буду, потому что время у меня уже поздно. Я просто потратил энное количество времени на установку новой видеокарты, потом драйвера, настройка, отладка, все. Поэтому пишу в поздний час, чисто для того, чтобы самому сравнить, да и вам показать.
что у нас изменилось. Ну, по графике вы сами видите. И сейчас еще посмотрим быстроту переключения между персонажами. Смотрите. Круто? По-моему, просто отлично. То есть все щелкается, как в журнале. Офигеть. Никаких тебе задержек. И ничего такого. Вот, пожалуйста. Офигенно. Все работает. Аксессуары. Переключается только так. Только в путь. Ну что ж, отлично. Итак, выходим мы на новый уровень. Теперь записи будут намного интереснее, красочнее, быстрее, оптимизированней, а значит, приятнее для глаза. А на этом я с вами прощаюсь. Ждите новых серий. Ставьте пальцы вверх обязательно, потому как это же круто. Теперь все будет намного лучше. Что ж, дальше будет еще интереснее. Будем планировать какие-то операции. Не знаю, насколько у нас затянется это прохождение, потому как это до сих пор еще, так сказать, мой первый взгляд на Лонгвар, несмотря на то, что уже после записи нашей первой серии вышел уже и патч, накатили на него. Но я еще, по сути, в нем не разбирался. По поводу графы, может быть, что-нибудь покрутить по графике еще. Я еще собираюсь подразогнать карту. Сейчас пока что я играю на неразогнанной. Но так как карта TI-ка, грех ее не разогнать, да, она для этого и предназначена. Ну так вот, оставляйте комментарии по поводу графики, как изменилось, что изменилось по-вашему, может что-то еще подкрутить, подтянуть в лучшую, не в лучшую сторону, как цвета, палитра, как скорость отображения, вообще как восприятие. Что ж, буду ждать ваших комментариев, я на этом с вами прощаюсь, до следующих серий, всем вам добра и пока-пока. Спасите мир, пока еще не слишком поздно. Удачи, командир!